це питання 6 місяців чи 5,5, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму. Ми побідемо, це точно. І ми будемо з вами пити вино в Ялті. Це факт. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією. Це наше море і наші гори. Вони покладуть там ще декілька десятків тисяч людей, але просто так Крим не віддадуть. Огонь! Огонь! Возможности украинской армии военным образом захватить Крым не ноль, но довольно маленький, скажем так. Проще дождаться, когда враг не противник, враг не сможет воевать в полную силу и, соответственно, будет стоять перед дилеммой либо капитуляция, либо эвакуация. Нам доведеться, по-перше, вигнати русський мір звідти в повному обсязі. Тема возвращения Крыма приобрела совершенно иной тон, нежели он был до этого на протяжении 8 лет. Если раньше о полуострове говорили, чтобы о нем не забывало международное сообщество, то сейчас уже многие строят планы отдохнуть этим летом в Крыму. Это точно произойдет. Поэтому говорить «когда» я точно знаю «как». Мы победим, это точно. И мы будем с вами пить вино в Ялте. Это факт. Почему-то мне кажется, что 23-й год звучит очень хорошо. Если до 24 февраля звучали концепции лишь о политико-дипломатическом пути, то теперь говорят о разных сценариях, в том числе и военном. So I think, Russia can face a black swan. Я считаю, что Россия может столкнуться с черным лебедем внутри страны. Путин disappeared. Например, исчезнет Путин или физически, или политически, и это может способствовать нашему успеху с Крымом. Возможен и военный вариант с определенным сочетанием сил и ресурсов. Мы можем вступить в Крым, например, до конца декабря. Может быть, не исключено, что это будет так. Not excluded в этот БСУ. Слова Гаврилова, озвученные в ноябре 2022-го изданию Sky News, уже не сбылись. Американский генерал в отставке Бен Ходжес для «Голос Америки» озвучил свой прогноз, что Украина войдет в Крым уже летом 2023-го. Глава управления украинской разведки Буданов такой же результат прогнозирует чуть раньше, весной этого года. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 91 рік. І я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Ми пообщались з політиками, воєнними і експертами. Собрали їх ключові доводи, аргументи і прогнози, що ж буде з Кримом в 2023 году. Це не намір, це наша земля. Наша ціль – деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією. Це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю, ми повернемо наше. Так президент Зеленский ответил на вопрос в Давосе, действительно ли Украина намерена заходить и освобождать Крым. Возвращение Крыма возможно только военным путем, убежден генерал Сергей Кривонос. На данном этапе повернення Крыма возможно только військовим шляхом. При Путине втрата Крыма в разе его просто добровольной сдачи – это просто провал політичного керівництва Російської Федерації, що принесе просто до 100% підриву довіри населення Російської Федерації до власного керівництва. Тому вони не підуть на цей шлях, а з урахуванням того, що вони не своїх дітей будуть кидати в топку війни російсько-української, то мирне повернення шляхом Криму для росіян не буде абсолютно ніяк розглядатися. Вони покладуть там ще декілька десятків тисяч людей, але просто так Крим не віддадуть.
Севастополь неприступный для врагов. Время для мирного возвращения Крыма уже вышло. Не существует никаких вариантов политического урегулирования каких-либо вопросов с Россией, уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Давайте відверто говорити про те, що 8 років ми про Крим говорили просто заради того, щоб говорити про політику дипломатичного врегулювання, розуміючи, що це неможливо. Ну, тобто ми просто робили вигляд, я маю на увазі не ми з вами, а в цілому і не тільки Україна, і світ в цілому робив вигляд, що є якась можливість політику дипломатично врегулювати. Але я тоді поверну вас до, наприклад, Придністров'я. Врегульовано? По формулі 5+2. Чи, наприклад, Абхазія врегульовано? Ні. Росія ніколи нічого не врегулює, поки не отримує, ну, скажімо так, в силовому вигляді розуміння того, що треба з цими країнами про щось домовлятися. Які існують варіанти по освобожденню Криму? По мнению генерала Кривоноса, перед тем, как войти в Крым, ВСУ нужно будет освободить Мелитополь и разделить российскую группировку на две части, и лишь после этого выходить к перешейку с полуостровом. Треба в першу чергу звільнити Мелітополь. Бо захопивши Мелітополь, ми розділяємо російське угруповання півдня України навпіл. І це спрощує наші спроможності, і збільшує наші спроможності, спрощує нашу діяльність, і значно обмежує діяльність росіян. Можливо, плани інші будуть у нашого генерального штабу, можливо, генерал Залужний прийме якесь інше рішення, але найпростіший і шлях, який лежить на поверхні, і кожен військовий це розуміє, в першу чергу це звільнення Мелітополя. Яким шляхом, з яких напрямків, це інше питання. Мелитополь – это сейчас главная стратегическая точка на юге Украины, захваченная Россией. Именно в этом месте завязаны главные железнодорожные пути и, соответственно, снабжение российских войск. Об этом говорит американский аналитик исследовательского центра CNA Дмитрий Горенбург. Самый лучший вариант с двух сторон сразу, да, то есть как бы отвлечь часть российских войск, чтобы им придется действовать вдоль реки, и таким образом облегчить себе задачу запорожского направления. Но перевести массовое количество войск через Днепр, мне кажется, сложно. Этим можно тоже как-то воспользоваться, да, то есть таким же образом, как украинская армия воспользовалась концентрацией в Херсоне, чтобы освободить территории в районе Харькова, да. То есть, когда что-то сделать неожиданное, да? Пробив коридор через Мелитополь, открывается выход к перешейку и сокращается расстояние к Керченскому мосту до 160 километров. Этого с лихвой хватает, чтобы дотянуться до него, к примеру, ракетами «Нептун». Кстати, доминирование России в Черном море, скорее всего, останется на том же уровне или даже будет снижено. Это последствия применения морских дронов вблизи Севастополя и перекрытия Турции Босфора для военных кораблей России по международной конвенции Монтрё. Резко усилить, да и вообще усилить флот в Черном море Россия может только перебрасывая очень небольшие, так называемые малые сторожевые, из Каспийского моря. Но тут много, во-первых, не перебросишь, а во-вторых, это не те корабли, которые могут изменить ситуацию. Возможности Украины в том, чтобы топить время от времени или сильно повреждать российские корабли, она будет усиливаться. Ну, и дронами, и другими средствами, которые есть. Возможно, какие-то новые появятся. Так что вот ситуация будет медленно, но меняться в пользу Украины. О том, что ситуация на фронте может измениться в любой момент, пишет аналитик и директор программы по исследованию России Майкл Кофман. По его мнению, Россия уже этой весной серьезно столкнется с дефицитом боеприпасов. И согласится компенсировать его может лишь Северная Корея.
Киев постарается поддерживать давление на российские силы в течение зимы путем истощения или наступательных операций. Несмотря на то, что зимние условия усложняют проведение наступательных операций, Украина имеет лучшие возможности для их проведения, чем Россия, и в ближайшие месяцы возможно большое зимнее наступление. Военный эксперт Юрий Федоров считает, что сценарий деоккупации Крыма будет чем-то похож на методику освобождения правобережной части Херсонской области. ВСУ будут отрезать логистические пути и устроят своеобразную блокаду полуострова. Это снизит боеспособность российских войск, а соответственно и уровень их сопротивления. Я не думаю, что вооруженные силы Украины и командование пойдет на лобовой штурм, скажем, Перекопского перешейка. Это чревато большими потерями, чрезмерными потерями. Скорее будет повторяться то, что произошло на правом берегу. Ведь там тоже говорили, да, вот пытаются втянуть в кровопролитный штурм Херсона. И действительно, если бы ВСУ пошли на штурм Херсона, рискнули бы пойти на уличные бои, действительно, потери были бы колоссальные. Проще дождаться, когда враг не противник, враг не сможет воевать в полную силу и, соответственно, будет стоять перед дилеммой либо капитуляция, либо эвакуация. В январе 2023 года прозвучало множество заявлений от западных партнеров о готовности передать наступательное вооружение украинской армии. Это танки, САУ, боевые машины пехоты, ракеты и боеприпасы. А в материале The New York Times от 18 января говорится о том, что Украина и США ведут переговоры о поставках оружия, которое может поразить и Керченский мост, и сухопутный коридор с Крымом. Всю войну мы говорили, что Крым – это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах. В ноябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал американскому изданию «Политика», что Украина планирует кампанию по возвращению Крыма. На это заявление сразу же отреагировали подконтрольные России власти. Киев мог это сделать, когда у него была Херсонская область, но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз, чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержение что-то отвечать. Кто может, делает, кто не может, угрожает сделать. Убежден, что не за горами перелом в СВО. Заявление украинской стороны о возвращении Крыма комментировали и в Кремле. Киев – столица Древней Руси. Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Все предельно ясно, что и как надо возвращать. Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации. Любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. Ура! 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 Михаил Подоляк подобные заявления всерьез не воспринимает, считая, что у России сил воевать осталось до весны 2023 года. Эту информацию он неоднократно заявлял в СМИ, ее же подтвердил и нам. Це питання 6 місяців, чи 5,5, чи 5, чи 7. Це питання не в часі, це питання, що це буде точно там. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого. Всі ж думали, що це буде історія там 20, 30, 50 років. Сьогодні ми з вами абсолютно щиро говоримо про те, що так, можливо, це буде не через 6 місяців, можливо. Можливо, це занадто оптимістично. Але це оптимізм, який є математично вигряним, я ще раз кажу. Немає в Росії ресурсу достатнього для того, щоб втримати ситуацію. То, что у России уже заканчиваются силы воевать в декабре 2022-го, заявлял и секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. А вот у генерала Кривоноса несколько другое мнение касаемо политических заявлений об ослабленности России и скором возвращении Крыма. Давайте не забывать про ворога, але між тим займатися власними силами і засобами, аби продовжити цю війну. У нас головний режисер цієї війни генерал Залужний Валерій Федорович. От коли він скаже, що ми будемо звільняти Крим тоді це треба сприймати. Ті, що роблять і кажуть це, не мають черти права, це чисте води піар. Для масштабних контрнаступаючих дій необхідно мати три речі.
подготовленный человеческий ресурс, достаточное количество современного вооружения и превосходство над врагом, говорит генерал. И по мнению Кривоноса, у вооруженных сил этого всего пока недостаточно. Коли мені розповідають про наше бажання звільнити про ці території, я не бачу дій. А за півроку ми могли підготувати величезну кількість людей, які зараз би звільнили ті, хто є на передньому краї, дали їм відпочити, переформатували б частини. І в подальшому це було б якраз той золотий запас, який би міг звільняти вже підготовлено, впевнено, обстріляним персоналом наші території. Всего не было сделано. Эта война будет длиться еще долго, считает заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг. Сомневается в скором возвращении Крыма и Дмитрий Горенбург. Мне кажется, что война, скорее всего, в этом году не закончится. Освободить всю территорию, оккупированную, в течение следующего года будет тоже сложно. Прогресс, я думаю, будет, но 100% прогресс, я думаю, это еще мало времени. Это будет, потому что в какой-то степени, чем больше территория освобождена, тем меньше России, российской стороне надо защищать этой территории. То есть становится им легче сконцентрировать силы, да? И таким образом защита становится легче. Мне кажется, что возможности украинской армии как-то каким-то образом, именно военным образом захватить Крым, не ноль, но довольно маленькие, скажем так. Также многие эксперты говорят об опасности того, что из-за приближения ВСУ к Крыму Кремль может пойти на применение оружия массового поражения. Росія божевільна в прямому сенсі цього слова і використовує все, що треба для того, щоб вести геноцидного типу війну в Україні. Я не бачу ще обсягів можливої ескалації. Якщо ми вже маємо думати про те, що навіть ядерна зброя, там тактична чи хімічна зброя масового ураження може бути використована, і весь світ буде просто дивитись і чекати, чи зробить це Росія, чи не зробить, і ніякої превенції не буде, це буде означати, що не існує взагалі ніякого каркасу глобальної безпеки, як такого. Наличие ядерного оружия – это еще не гарантия его применения, уверяют эксперты. К тому же это чревато ответными действиями, а сам эффект от такого удара вряд ли может переломить ход войны. Они в будь-який момент могут застосовать ядерную зброю, могут, але що після того вони втратять? Вони втратять взагалі санкції світової спільноти, як нам обіцяють. Будуть взагалі ще супер-супер критичними. Проти яких цілей може бути применено ядерне оружие Росії тактическое, в яких количествах і так далі. Це дуже багато складних вопросів, чисто воєнних, на які необходимо перед тем, как принимать решение, Путину и его генералам необходимо дать ответ. Значит, и тут возникает целый ряд соображений, которые заставляют сомневаться в том, что Путин решится на это. Первое соображение заключается в следующем. Такое применение не может изменить, не может заставить Украину капитулировать, если это единичное применение. Да, при помощи ядерного оружия можно, наверное, вывести из строя, уничтожить батальонную тактическую группу, но нельзя выиграть войну. Несмотря на различия в видении того, как будет развиваться театр боевых действий в 2023 году, спикеры сходятся во мнении, что точка в этой войне будет поставлена именно после освобождения Крыма. Я бы его хотел побачить власними очима на звільненому узбережжі Феодосії біля кафе «Ассоль» попити кави. В свій час я служив в Криму 5 років, і мене дуже багато чого пов'язує. І в мене багато боргів з тими, хто зрадили нас і перейшли на бік ворога. Ось з ними треба окремо поспілкуватися з спеціальним службам, які у нас за це відповідають. Яким ви бачите майбутнє Криму у 2023 році? Дуже тяжким.
протягом всього 2023 року, тому що нам доведеться, по-перше, вигнати русський мір звідти в повному обсязі, а це все ж таки війна. Немає різниці, в якому сенсі вона буде, в гарячому чи в холодному сенсі. Але це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже і дуже вкладались там в пропаганду, в знищення всього українства. Нам доведеться все це чистити і достатньо тяжко. Михаил Подоляк говорит, что окончание войны наступит тогда, когда Украина выйдет на границы 91 года. Будут привлечены к ответственности главные режиссеры этой войны. Российская Федерация признает свою вину и будет установлена 100-километровая демилитаризированная зона со стороны России. Немає сьогодні поступок, на який буде готова йти Україна. Є реалії, в яких дуже велика кількість цивільного населення загинула України, дуже велика кількість нашої інфраструктури зруйнована. І що поступки це буде означати не програш Російської Федерації. Я хочу, щоб всі це зафіксували. Будь-яка домовленість, поступка і таке інше – це буде означати, що Росія не програла, а значить, що Росія не пройде через процедури, юридичні процедури, компенсаційні процедури. Вона буде петляти, як це робить завжди Російська Федерація. Росія має програти саме для того, щоб пройти через певні процедури. В феврале 2023 года Офис президента Украины планирует представить мирный план. Он будет создан на основе формулы мира, которую презентовали ранее. We are ready for peace, but true, honest and fair. Peace. That's why the world is on our side. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины и привлечение к ответственности виновников этой войны. В Кремле желания Киева назвали нереалистичными и неадекватными. Уверяют, что все идет по плану. Игорь Токарь, Никита Исайко, Крым Реалии.